Здравствуйте, с вами четвертое измерение. Представляем вам модель от швейцарского бренда Longines, коллекция Master Collection. Средний размер модели 42 мм подходит на любое запястье. Корпус из полированной нержавеющей стали 316L дополнен коричневым ремешком из кожи аллигатора с белой прострочкой, оснащенного удобной и надежной застежкой бабочка с кнопками и системой блокировки от случайного расстегивания. Это один из самых сложных многофункциональных хронографов в линейке. Сам хронограф на 60 секунд – центральная стрелка, 30-минутный счетчик в положении 12 часов. В нем же и указатель дня недели и месяца, и 12-часовой счетчик, в котором отображаются и фазы Луны, находится в положении 6 часов. Секундная стрелка часов самая маленькая и вынесена в суточный 24-часовой индикатор, который находится в положении 9 часов. Более крупная стрелка в этом индикаторе относится к суточному календарю. Дату на часах показывает длинная стрелка с серповидным наконечником. Украшает этот сложный циферблат тонкое гелише. Сапфировое стекло защищает циферблат. Имеет коэффициент твердости 9 по шкале Мосса. Обеспечивает слаженную работу часов автоматический механизм L687 на базе калибра ETA А08L91. Частота баланса калибра 4 Гц. Запас хода до 54 часов. Работу механизма можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку часов. Водонепроницаемость в 3 бара позволит защитить часы только от капель и брызг. Эстетика и техническое совершенство воплотились в линейке Master Collection. Спасибо за внимание. Под видео ссылка на данную модель на нашем сайте.